В Хасавюрте на территории городского стадиона «Спартак» имени Арсена Муртазалиева прошел городской фестиваль всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». Приняв участие в соревнованиях, каждый из участников мог проверить свою физическую подготовленность. Свою ловкость, силу и меткость проверяли юноши и девушки в беге на 100 метров, прыжках в длину с места, подтягивания, метания гранаты, кросс на 2 километра, а также упражнениях на гибкость и в стрельбе из пневматической винтовки. Начальник отдела по физической культуре и спорту Магомед Али Газимагомедов подчеркнул важность проведения подобных спортивных мероприятий. Самым первым, кто открыл эти центры и кто развивает ГТО вообще в республике. И поэтому мы были первыми и все время сдаем одними из лучших. ГТО, оно вот всероссийское движение. И оно развивает в детях ли, значит, во взрослых ли, развивает все самое лучшее. ГТО – это программа физической подготовки общеобразовательных и спортивных организациях, основополагающая в единой и поддерживаемой государством системе патриотического воспитания молодежи. Задачей мероприятия является привитие интереса к занятиям физической культурой среди учащихся и жителей города. В свою очередь, руководством города проводится большая работа по созданию комфортных условий для занятия спортом. Судейская бригада отметила повышение общих показателей по всем дисциплинам, что говорит о положительной практике тестирования норм ГТО. Очень хорошие ребята, подтягивались очень хорошо. Почти 50% подтянули 13 раз. Это хороший результат по сравнению с прошлым годом. Ну и пробежали 100 метров неплохо, 12 чем-то, 13. Хотя результат там должен 13,8 быть, по 12 бегают, 12,5 бегают. Так что крепкие ребята, должно быть очень много, должно быть хороших результатов. Данное мероприятие является отборочным этапом к участию в марте текущего года в республиканском фестивале ГТО в Махачкале, где будут отобраны участники на всероссийский фестиваль, который пройдет в городе Белгород. «Готов к труду и обороне» – это полноценная программа и нормативная основа физического воспитания населения не только городов, но и районов всей республики, нацеленная на развитие массового спорта и вовлечение в здоровый образ жизни подрастающие поколения. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».